Кстати, стали известны подробности аварии в Чулымском районе области. О ней мы рассказывали в прошлом выпуске программы. Лихач на Тойоте врезался в забор частного дома и погиб. Вот у нас как носится в Чулым. Снесли забор. Чудака, машина же висит. Походу, два трупа сразу. В машине были двое мужчин. 29-летнего водителя и его 27-летнего приятеля госпитализировали с тяжелыми травмами. Через некоторое время автомобилист скончался. По нашим данным, водительских прав у него нет, и машина принадлежит другому человеку. Накануне аварии эта «Тойота» числилась в угоне. Кстати, ее владелец за последний год заработал 8 штрафов за превышение скорости.